Самое страшное для ребенка – быть забытым собственной мамой, потерять ее даже на время. Сестрам Арине и Олесе этот страх знаком. Еще совсем недавно им пришлось испытать его сполна. И не раз. Сначала мама перестала забирать старшенькую после школы, интересоваться ее уроками, потом и вовсе запирала девочек дома и пропадала на несколько дней, а то и недель. Или подкидывала родственникам. Именно они и забили тревогу после того, как Любовь Василой в очередной раз пустилась во все тяжкие. Сейчас по категории родителей, не выполняющих своих обязанностей по обучению и по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Проводились беседы неоднократно, посещали на дому, акт жилищно-бытовых условий проводили. С ней профилактические беседы и лекции провели. Сейчас на данный момент семья положительная, характеризуется, соседи тоже положительно. Неудачный брак, побои, унижение. В какой-то момент безропотная женщина сорвалась. Сегодня вспоминает, как бес попутал. За короткий период времени она едва не лишилась всего. Доброго имени, дома и самого главного своего богатства – своих девочек. Ну, в жизни всякое бывает. Каждый может оступиться. Но сейчас все нормально в моей жизни. Ребенок в школу ходит. Все нормально. Вот уже несколько месяцев полицейские еженедельно навещают с проверками семью Любови Василой. И то, в какую сторону изменилась женщина, не может их не радовать. За эти полгода Любовь встретила мужчину всей своей жизни. Точнее, он всегда был где-то рядом. Стоило лишь приглядеться. Сегодня пара ждет еще одного малыша. А Арине и Олесе для счастья нужно немного. Чтобы мама была рядом и больше никогда о них не забывала. Асель Кинжалина, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».